Добрый день, на связи Планета Авто. Сегодня у нас на обзоре Kia Sorento 2011 года в сером цвете с бензиновым двигателем объемом 2,4 литра, мощностью 175 лошадиных сил, а КПП полный привод, имеется спойлер, установлены рейлинги на крыше, камера заднего вида, парктроники, автомобиль на литых дисках хорошей резины, установлены ветровики, имеются повторители в зеркалах, бесключевой доступ, пробег 190 тысяч километров, по салону кожаный салон, чисто ухоженный, имеется полка багажники. Кондиционер, двухзонный климат-контроль, мультимедиа, подогрев передних сидений, кнопка старт-стоп, мультируль, круиз-контроль, помощь при спуске, система курсовой устойчивости, омыватель и фар, электропривод водительского сидения, электрорегулировка зеркал, 4 стеклоподъемника. Актуальную цену наличия данного автомобиля смотрите по ссылке в описании.